Всем приветики! Я приветствую всех дорогих моих фермеров у меня на канале. С вами Сказка. Ребята, предлагаю вам провести это небольшое время со мной. И сегодня у нас замечательное событие. Наконец-то! Сегодня наступил четверг, и наши посетители будут платить нам в 2 раза больше монет. Благодаря этому событию мы можем очень хорошо набрать монетки. Кто-то может даже разбогатеть. Все зависит от обстоятельств, от того, есть ли у вас нужные ускорители и как хорошо вы готовились к этому событию. Ну что же, давайте посмотрим, сколько я заработаю сегодня. Но перед тем, как я начну, я хочу вам напомнить, что это проходит прекрасная неделя на двойные монетки, на двойной опыт. Поэтому на этой неделе можно хорошо поднять уровни, прокачать и, конечно же, хорошо заработать. Сегодня у нас уже заканчивается наше хорошее очень событие, я его люблю. Двойной опыт в городе, у меня город максимально прокачан, поэтому я очень много опыта получаю именно в это событие. 1 минута до окончания события, давайте зайдем со мной в город и отпустим моих обслуженных посетителей. И, конечно же, я еще соберу опыт, который попался мне благодаря обслуживанию посетителей. Сейчас самое главное не отдать последний товар, который у меня в амбаре. Напомню, что когда мы готовились к событию «Посетители фермы платят в 2 раза больше монет», очень важно правильно подготовиться. У вас не должно быть в амбаре 0 по каким-либо продуктам. У вас хотя бы по 1 единичке должны быть все продукты. Поэтому сейчас я пойду в мой амбар. Как видите, у меня 1 букетик, и рука, конечно, чуть не дрогнула его отдать посетителю, но нельзя. Нельзя, потому что потом могут быть проблемы. Посетители фермы будут приходить и просить то, чего у меня нет, или то, чего у меня очень много. Это очень важный момент, запоминайте. Я всегда делюсь с вами всеми секретами фермы. Поэтому внимательно слушайте и запоминайте, все это очень полезно. Ребят, возвращаемся на основную ферму. Я была очень рада быть одной из первых сообщить вам новости этой недели. Многие хорошо вдохновились, многие хорошо подготовились и прокачивают уровень и набирают монетки. Мне было приятно сообщить вам эти новости. Поэтому листаю еще газеточку, хотя у меня места в амбаре нет. Итак, наше событие двойное, это прекрасная неделя с событиями. И сегодня, как видите, очередное двойное событие. Посетители фермы платят в 2 раза больше монет и в 2 раза больше опыта за загрузку пароходов. Поэтому за работу приступаем. И начинаем сразу же, конечно же, торговлю. Пароход у меня еще не прибыл. Ну, я даже не знаю, смогу ли я его загрузить. Посмотрим. Сейчас самый важный момент. Активируем ускоритель на 50% монет. Это очень важно. Именно благодаря этому ускорителю мы можем хорошо заработать в этот день. Активирую я ускоритель. И, конечно же, как видите, у меня уже стоят посетители, которые хотят купить одеяло. В этот раз я одеял купила максимальное количество. Я побила свой собственный рекорд. В прошлый раз у меня было 4000, там, по-моему, с копейками, сейчас точно не вспомню. В этот раз у меня 4120 одеял. Кругленькую сумму мне сразу же хотят заплатить, но я хочу вам рассказать, почему у меня так мало осталось монет. У меня было практически 60 миллионов, но я в этот раз почти не торговала, не продавала продукцию. Я очень усиленно обслуживала город, я усиленно гоняла грузовик, я набрала очень много опыта, как видите.
скоро у меня будет новый 185-й уже, наконец-то, уровень. Очень-очень много опыта я набрала благодаря именно этим событиям, поэтому монеты у меня иссякли из-за того, что я покупала много одеял. Ну что же, давайте этот момент уже пусть свершится, и я продаю первую партию одеял в 2133 штуки. Супер. О, как я люблю этот момент. Вы заметили, у меня было 53 миллиона и стало сразу же 58. Ну что же, посмотрим, сколько у меня еще одеял. У меня еще 1987 одеял. И я жду нового посетителя фермы. Пока что повращаю колесо фортуны. И посмотрим, сколько же в этот раз у меня получится заработать. Ну что же, возвращаюсь к вам буквально через секундочку. Итак, я докупила еще одеял. Ребят, получилось у меня это. Сейчас у меня 2145 еще. И, конечно, пришел мой следующий посетитель, который хочет купить одеяло. 854 одеялка хочет купить. Ну что же, отлично, ускоритель у меня еще работает, и я продаю 59 миллионов, у меня 700 тысяч, но я не останавливаюсь, я еще листаю газетку, купила я здесь еще одеялки, сегодня мы еще целый день работаем активно, наконец-то я могу уже собрать мою продукцию, поскольку амбарчик у меня уже освободился. Все отлично, наконец-то можно все собрать, загрузить по новой. Не люблю я эти моменты, когда все у меня стоит без дела. Должны наши производственные здания работать постоянно. Молочный завод. Обязательно нужно загрузить. Молочко заканчивается. Но три фермы мне помогают с этим. Хорошо. Так, соберу перчик. И, конечно же, я жду следующего посетителя, поскольку одеялки у меня еще есть. И мне их нужно распродать. 1291. Ну, ждем. А пока что прибыл мой пароходик. И сегодня опыт. Поэтому я буду загружать, конечно же, по мере той продукции, которая у меня есть. Так, бананчики мне нужно собрать. Ананасики есть. Растут они быстро, поэтому загружу буквально до последних. Ничего, сейчас у меня вырастет соя, и я, молочка нет, догружу ананасики. Догружу, я их уже догрузила, теперь я их посажу. Так, бананы мне нужны были на пароходик. Собираю бананчики. И загружаю. Так, отлично. Это у нас в соседстве новый игрок. Хорошо, принимаем. Соседство у меня уже полное, 30 человек. Хорошие ребята все. И высокие уровни. Что тоже не может не радовать меня как руководителя. Так, заказы эти я не буду отправлять, я, может быть, слитки, ну, еще подумаю, потому что по заказам здесь у меня последняя продукция из амбара, нельзя этого допустить, как быстро пришел, смотрите, следующий посетитель, но он хочет молоко, как видите, то, о чем я вам говорила, нельзя допускать, чтобы у вас какой-то продукции было ноль, потому что будет вот такая ситуация. Конечно же, я его отправляю.
с пустыми руками, потому что молоко у меня закончилось. Я загрузила молочный завод, но он явно пришел раньше, чем я это сделала. Хотя, может быть, был уже в пути. Это игра, поэтому все может быть. Хорошо, пока я жду моего следующего посетителя, желательно на одеялке. Посетитель на одеялке, конечно же, уже пришел. Значит так, он хочет у меня купить еще 490 одеял. Я еще докупила одеялок. Сейчас покажу, 1668 у меня. И меня угостили вот таким вкусным сладким манго. У меня появилась манго, сейчас я буду его тоже продавать. И тоже у меня пришел посетитель, спасибо большое Назару за то, что угостил вкусным манго. Итак, я сейчас буду отправлять, наверное, скорее всего, посетителя с одеялками. Отпускаем. Да, конечно же, ускоритель у меня еще работает, поэтому активно еще торгую. Так, хорошо. Посетитель второй пока что пусть подождет. Напомню, что когда мы хотим активно торговать из амбара, то в таком случае нам нужно оставить посетителя, который хочет у нас что-то купить из силосной башни. Или же наоборот, если мы хотим активно торговать из силоски, то тогда оставляем того посетителя, который хочет что-то из амбара. Вот такой момент есть в этом процессе, достаточно такой важный, чтобы уметь правильно распределять свое время и достаточно продуктивно проводить свою торговлю. Так, хорошо, птички мои спят. Сейчас я разбужу птичек. И, конечно же, я еще жду посетителя на одеялке. Сейчас посмотрим, что у меня осталось. У меня осталось еще 1178. Это достаточно много. И посетитель у меня хочет купить манго. Сейчас я, наверное, манго буду продавать. Но перед этим заберу мою ежедневную наградку. Колышек, отлично. У меня сейчас весь строй, все закончилось. Я активно продавала, раздавала ребятам. Для города очень много у меня ушло строя. Я раздала всем, кому нужно было. Со всех моих соседств ребята чудесно все разобрали. Поэтому сейчас нужно все начинать копить. Ну что же, давайте я отпущу, пожалуй, моего посетителя, который хочет манго. И буду ждать новых посетителей. Отлично, 60 300 000 у меня уже. И это еще не конец. И посетитель, конечно же, не заставил себя долго ждать. Пришли у меня и на одеялки посетитель, и на манго. Между прочим, манго осталось уже мне не так уж много. Ну, хорошо, давайте сейчас я отпущу с одеялками посетителя. Ускоритель у меня еще работает. Отлично, 61 700 000, и ускоритель у меня еще 1:40 работает. Ну, одеялки у меня еще есть, 505 осталось. Что-то у меня корма для овечек так много собралось, нужно их кормить. И, конечно, еще я постараюсь их, конечно же, распродать. Прибыл у меня пароход. Поскольку здесь дополнительный опыт, я его загружу. Но нужно поглядывать, чтобы не отдать последнюю продукцию. Здесь я поставлю помощь. И раков, что же делать? Они мне очень нужны. Это ценная продукция, поэтому я поставлю рекламку. Сейчас что-то. Пусть это будет
уголь какое-то время повисит, чтобы мне помогли с пароходиком. Так, подождем еще посетителя. Ребята, что я хочу вам сказать и напомнить. Я каждую неделю провожу День благотворительности, но в связи с такой сложной и насыщенной неделей, как сегодня проходит, у меня, к сожалению, не получится на этой неделе сделать такой День помощи, потому что у меня амбар практически пустой. Но я постараюсь на следующей неделе запастись продукцией разной всякой полезной и провести такой день два раза. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Под видео ссылочка на мой телеграм-канал, кто хочет участвовать в моих днях благотворительности. Да и вообще на моем канале много разной полезной информации для вас в первую очередь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и будьте со мной всегда на связи. Так, помогают мне уже с пароходиком, это хорошо. И ждем еще нашего посетителя, посмотрим, что у нас в городе происходит. В городе у меня сегодня практически пусто, потому что занимаюсь я торговлей. Усиленно мне как-то не до города сегодня. Зато вчера я в городе просидела почти целый день. Поэтому сегодня я немножко от города отдыхаю. Ну, так бывает. Если вы на моих видео слышите какие-то звуки природы, то ничего удивительного. Я провожу съемки на природе. Я летом стараюсь бывать за городом максимально. Поэтому звуки натуральные, это живая, реальная природа. Отлично, у меня прям так много посетителей обслуженных, я даже как-то не ожидала. И, как видите, ускоритель работает, летят у меня здесь тоже дополнительные монетки. Животные мои еще спят. Лента, чудесно. Разбужу животных и пусть... Вот летит полезный строй и опыт. Да и вообще, пора им уже погулять. Моржик у меня и не спал, и не накормленный. Нечем мне его покормить. Так, ну, город я буду немножечко позже. Не хочу, чтобы длинное было видео, чтобы вы не устали. Позже я его буду обслуживать. В принципе, я отпустила всех посетителей, которые были готовы. Так, помидорчики пригодятся, конечно же. Сливки немножечко не успела, но ничего. Сливками обещали угощать. Так, идет посетитель. Подождем, посмотрим, что он хочет. Вполне может быть, что он хочет 10 топоров, которые у меня остались. Так очень часто бывает. Супер. Зелененький ваучер мне попался. Я их сейчас собираю, потому что они мне очень-очень нужны будут. Я планирую немножечко у меня перепланировку на ферме. Это будет интересное видео. Скорее всего, это даже будет во время стрима. Я уже очень сильно за вами соскучилась, за живым общением. И я хочу уже провести для вас стрим. И будет у меня немножечко перепланировка достаточно интересная. Для нее я собираю мои зеленые ваучеры. Посмотрите, дождемся. Будет у меня такая обновочка на ферме. Я уже хочу что-то поменять. Так, хорошо, посетитель мой пришел, и я вижу, он хочет купить одеялки. Это просто замечательно, потому что я буду уже заканчивать мое видео. И, как видите, 62 миллиона у меня получилось заработать сегодня. Я покажу вам сейчас сумму, какая была в самом начале. И... вы можете сами увидеть, сколько же я заработала сегодня за буквально сейчас. Я сейчас точно скажу, сейчас 17:29. Ну, за полдня практически, потому что часов до 11 вечера я еще буду активно работать.
ускоритель у меня этот уже скоро закончится, но у меня есть еще один ускоритель, и если я еще докуплю одеял или же что-то полезное по фруктам, то я, конечно, активирую еще один ускоритель. Ну что же, ребята, у меня получилось еще докупить одеяло, я их продала, и у меня вот остались остатки. Сейчас посмотрим, у меня пришли два посетителя, что они у меня хотят. Соя, нет, не подходит, не удалось мне манго дождаться посетителя, чтобы это продать. Манго у меня еще осталось 603 штучки, ну ничего, я так распродам. И второй посетитель, так, отлично, как раз хочет еще забрать одеяло. 129 из моего остатка, остаток я тоже распродам. Отдаю. Активирован у меня ускоритель. Событие наше заканчивается, как видите, сейчас уже 10:53, поэтому отпускаю я последнего. Итого мой заработок составил 65 миллионов. В самом начале вы помните, сколько у меня было и сколько у меня получилось заработать. Это была отличная торговля лично для меня. Я хорошо заработала. Конечно, не без усилий и труда. Я готовилась заранее. Я скупала очень много одеял. Я трудилась еще вчера до вечера. И сегодня утром мне получилось еще докупить. Поэтому, конечно, на видео кажется, что это все легко и просто, но здесь стоит потрудиться. А кто не очень хочет напрягаться и трудиться, для тех у меня монеты есть в продаже, поэтому обращайтесь. Я вам желаю тоже хороших-хороших заработков, прям вот большой прибыли, чтобы у вас все получалось, чтобы вы копили монетки и они у вас были в достаточном количестве для покупок всех полезностей на наших любимых фермах. Ну, с вами была Сказка. До новых видео, до новых встреч. На сегодня у меня все. Всем пока-пока!